Добрый день, мои дорогие гости. Сегодня мы будем готовить тесто для пиццы. Для того, чтобы приготовить тесто, нам нужны следующие ингредиенты. Значит, 100 грамм воды. Добавляем 1 чайную ложечку сухих дрожжей. И 1 чайную ложечку сахара. Размешиваем. И оставляем минут на 10, пока активируются дрожжи наши в тепленькой воде. Так, прошло 15 минут. Наши дрожжи я проверила. Вот посмотрите, они стали пузыриться. То есть дрожжи у нас хорошие. Так, сейчас мы добавляем в дрожжи с водичкой, добавляем соль, добавляем масло и муку. Тесто вымешиваем вручную. Я сегодня делаю тесто вручную, но вообще я практикую, мне это удобнее. Я тесто всегда готовлю в хлебопечке. То есть это всегда чистая кухня, чистые руки, минимум посуды грязной. Вымешиваем до тех пор, пока тесто перестанет прилипать. Ну вот, вот такое тесто у нас получилось. Сейчас мы эту чашу накроем пленочкой и оставим где-то минут на 15-20, просто оно, чтобы немножечко расстоялось.